Общественный фонд «Ахмула Жана Толкын» проводит специальные тренинги по казахскому, русскому, английскому языкам и математике для детей областного центра адаптации несовершеннолетних. Цель направления «Быргема Сабахтастық» – внедрение опыта наставничества, волонтеров и оказание помощи воспитанникам детских домов и детям из центров социального обслуживания. Для студентов также предусмотрены бесплатные курсы. Обучение состоит из практики и теории. Его проводят квалифицированные опытные тренеры республиканского уровня. По итогам будут выделены средства на организацию проекта в размере 100 тысяч тенге по каждому из 7 направлений. Наш общественный фонд работает с центром адаптации несовершеннолетних Кокшетау. Будем проводить специальное обучение для 27 детей. В рамках республиканского проекта «Быргема с Былем» началась подготовка учеников 11 классов к единому национальному тестированию. Также по данному направлению проводится обучение молодежи компьютерной и правовой грамотности. Я думаю, что эта инициатива очень правильная. Бесплатное обучение детей – доброе дело. У некоторых есть возможность нанять репетитора, а у других нет. Дети в сельской местности вообще не имеют возможности. При поддержке областного департамента полиции общественный фонд «Ахмула Жана Толкын» реализует социальный заказ по обучению волонтеров. Для них проводятся обучающие семинары в рамках 7 направлений. Отметим, что все эти работы ведутся в онлайн-формате. Зарина Дюсекеева, Тлек Эржан, Баужан Смагулов, Шохан Таукиев, Кокши Ахпарат.